Привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас обзор 11-го каталога Faberlic. Здесь мало акций, поэтому будем брать с вами свои, мои, расскажу вам, какие мои самые любимые продукты в запас. Слава богу, девчонки, мало новинок. Можно взять то, что хочется. Действительно, они новинки какие-то на затест. Я прям вот рада. Каталог такой отдыха. И буду отвечать на ваши вопросы, потому что опять много в личку вопросов про уход за кожей. Итак, поехали. Каталог обещает быть распродажным, но я, если честно, сильно низких цен не увидела. Давайте разбираться. Итак, у нас с вами помадка Velvet Kiss будет по 199 рублей при покупке любого продукта из каталога. То есть, неважно какую сумму, просто любого, да. А Velvet Kiss мне нравится. Но она девочкам, у которых сохнут губы, может их немножко подсушивать. Цена хорошая. Достаточно стойкая, приятная помадка. Так, и 199 рублей у нас будет Satin Kiss. Вот у кого сохнут губки, я рекомендую очень эту помаду. Он действительно глянцевый финиш, и она действительно очень приятная, нежная, комфортная. С учетом того, что она практически как бальзам, у нее высокая пигментация, я ее люблю. С удовольствием пользуюсь. И помадка у нас Keep Balm, тоже ее очень люблю. Это вообще бальзам, который тоже с насыщенной пигментацией. У меня оттеночек, по-моему, розовая фуксия есть, очень красивый и насыщенный, то есть с первого нанесения. Поэтому помадку тоже могу смело рекомендовать. Так, туши из тех, что здесь представлены, мне не нравятся. И моих любимых тушей в распродаже нет. Опять у нас пудра идет по распродаже. Книжки новые действуют до сих пор. Faberlic Like успеваем пользоваться. По поводу летних ароматов. Опять были вопросы. Сейчас быстренько с вами пробежимся. Летние ароматы Каори Бамбу. Юзу тоже неплохой такой, достаточно свеженький. Так, и все, ароматы. Серия Bloom мне, кстати, не нравится. Я брала в свое время желтенькую на затест. И что-то прям как вода для меня, если честно. А вот серию Bio Glow обожаю. Кроме ночной маски, она мне забивала поры даже в холодное время года. У кого сухая кожа, вот эта маска вам. Софнер отличный, патчи отличные, сыворотка замечательная. Вся серия очень классная. Поэтому, если давно на нее смотрите, вот такими наборчиками взять можно. Эликсиры вообще супер. Вот, девчонки, бонус за покупку. Если мы купим крем со страницы 24 в Арио, да, у нас будет 165 эликсира. Они еще так никогда не стоили, но опять же нужно взять крем. Крем и в Арио тоже классные, вообще потрясающие. Мне очень нравится, абсолютно все пробовала. Кто любит плотные крема для век, вот это вам. Это абсолютно точно, он плотный, потому что остальные кремы Faberlic для век, они жиденькие. А из эликсиров очень советую взять аквалифтинг и антистресс. Самых два удачных эликсира, вот аквалифтинг вообще обожаю. Посмотрю, буду брать или нет, потому что сывороток в использовании очень много. Биомику пройдем с вами, здесь я люблю только масочку. Для лица, кстати, и для волос очень удачные. Вот эти аппараты, смотрела на них обзор. Я в прошлом каталоге хотела их взять. Потом вы мне многие написали, что смысл какой, потому что на AliExpress они в разы дешевле, абсолютно то же самое, даже такой же дизайн. Не спорю, потому что производство Китай. Да, и наценочка здесь неплохая. Посмотрела обзоры и поняла, в принципе, что мне это не надо, что оно мне будет валяться. Я им пользоваться не буду. Однозначно. У меня и так хватает массажеров. И, кстати, на розовый массажер много вопросов было. Я вам сниму обзор. Обязательно во влоге покажу, как он работает со всеми насадками. Так, доктор Кор тестировали с вами и от пигментации, и не убирает, к сожалению, крем пигментации. По крайней мере, за 3 недели постоянного использования пигментные пятна даже не посветлели. Просили его тоже отзыв. Серию Global Oxygen люблю, прям люблю, обожаю. Из того, что пробовала, нравится абсолютно все. Маска неплохая, не скажу, что прям какой-то эффект вау, но Faberlic вообще мало продуктов, от которых эффект вау. Как правило, это накопительный эффект и стимул за собой ухаживать на постоянной основе. Да? Маска неплохая, она увлажняет кожу, она ее очищает, она выравнивает тон. Насчет того, что подтягивает, да, может быть, есть и такой эффект. Кожа не пересушенная, то есть мне не хочется после нее наносить какие-то кремы, да. Все прекрасно. Ночная кислородная маска потрясающая, пенка огонь. В общем, серия, что со скидочками, прям смело можно брать. Теперь про уход за кожей летом. Я каждый каталог практически рассказываю, но все равно в личку сыпятся вопросы. На дневное время берем с вами дневной крем для лица кислородный баланс. Он неплохо матирует, очень неплохо из всего, что есть в Faberlic. На ночь мы с вами будем брать кремы, которые нам подходят по типу кожи. То есть, если возрастная, берем возрастной, например, Гардерика, да, или Викенд берем, если у вас кожа тусклая, да, на ночь ночную масочку. То есть, на ночь мы уже уделяем потребностям кожи внимание и... можно уже, потому что жара в основном днем, на ночь можно уже чем-то попитательнее, да. При покупке двух продуктов серии Axology хорошая цена. Здесь мне безумно нравится гамаш.
199 рублей, давно не помню такой цены. Девчонки, берите, не пожалеете. Лучше скраба однозначно. И после него он как будто с ментольчиком, кожа дышит. Кажется, что она начинает дышать. Ощущение вообще потрясающее. Вот это вот все мне не нравится. У меня это все щипит глаза, поэтому не люблю. Набор для карбокситерапии 749 рублей, тоже такой цены на него не помню. То есть за все три продукта мы с вами заплатим 749 рублей. Очень рекомендую, кто еще не пробовал, тоже делает тон лица более свежим, живым, упругим однозначно. Хотя некоторые девочки, ну таких очень мало, писали мне, что вообще никак. Нет, девчонки, все возможно, мы все разные, надо пробовать. Если жалко такую сумму, сразу отдавать вот это можно взять со скидкой за 300 рублей мини-версию и попробовать понять, если вам понравится, уже брать до полноразмерки, но я в восторге в диком. Из серии Blur мне очень нравится крем. Где он, дорогой? Так, а почему у нас с вами кремушка-то нет? А, вот дневной крем для лица Blur, да, вот он. Потрясающий, я брала сначала в пробнике. Смотрите, пробники будут по 19 рублей. Кто не пробовал, это копейки. Я себе, возможно, наберу в пробниках. Но это, смотрите, при покупке любого продукта со страницы 59-61. То есть с этой, если вы что-то возьмете, тогда пробник будет за 19. А так он идет по 60, иногда по распродаже пробник бывает по 30. Крем потрясающий и тоже мне хорошо подходит на лето. Он матирует идеально, он сглаживает все морщинки на лице, но если они не сильно глубокие, сглаживает поры, но его нужно наносить капельку. Иначе он у вас, если потом будете делать макияж и наносить тональный крем, будет скатываться. Лицо идеально заматированное и на ощупь как бархат. Крем потрясающий. Поехали дальше. Эксперт, я тоже серию люблю. До коллагена пока не дойду. Мы с вами пробовали ретинол. Ретинол лайк, ретинол про. Сейчас я, кстати, добиваю ретинол про на ночь. Сыворотки классные. Они действительно слегка разглаживают личико. Они работают. Ну, по крайней мере, пока применяешь. Та же самая песня с этими шприцами. По крайней мере, у меня. Пока я применяю эти шприцы, они работают. Они заполняют морщины. Умылась. И я снова их вижу. То есть вот такой вот временный эффект, да. Набор для пилинга тоже по хорошей цене, но пока еще рановато. Пока еще рановато. Не, кстати, не набор для пилинга, а набор крем плюс лосьон. Но эта серия вообще дорогая. Осветляющий крем с ментальным осветляющим эффектом и отбеливающим мы тоже с вами пробовали. Мне вообще не понравились. Выбеливает лицо из-за того, что это как вот, знаете, цинковая паста, циндол. Вот такой вот продукт за счет своей консистенции он выбеливает лицо. И плотным слоем лежит на коже. Но многие девочки любят его. Пудра классная. Вот эту серию тоже люблю. Тоже можно рассматривать ее на лето. Маска хорошо очищает, но крем для сужения пор, он не сильно матирует. И не знаю, я не увидела от него эффект. Он просто легкий крем. И не сужает поры. Честно, не увидела. А вот роллинг гель люблю. Он у меня есть. И как-то заканчивается всегда. Беру в запас. Вот и гардерика. Гардерика, да. То есть, если у вас кожа жирная, берем тубе. Если у вас кожа сухая, берем в баночках. Очень хорошая серия и наборчики шикарные. По хорошей цене можно взять. У меня соседка 40+, ей она пользуется только картерикой сейчас и заказывает постоянно. Ей безумно нравится. И мы с вами пробовали, тестировали. Серия очень достойная. До реноваж у меня руки никак не дойдут, но, девчонки, у меня нет глобальных проблем, чтобы я могла вам адекватный отзыв дать, да? То есть, если бы у меня были ярко выраженные морщины, я бы потестировала, сказала вам, да, там работает, да, нет. Но пока вот, к сожалению, или, к счастью, к моему, не дойдут никогда ни руки. Скатка с хорошей скидкой. Тоже ее люблю. Скатка обалденная. И плюс к тому, она со скрабирующими частичками сейчас. Вообще классная скатка. Из линейки Асиул я себе к осени обязательно возьму кушон. Мне почему-то Асиул вот больше нравится, чем кушон Baby Face. Мне кажется, Baby Face он как-то по суше. А от Асиул действительно кожа сияет, но в то же время она не жирная никакая. Все отлично. Еще на лето, я вам писала, кстати, девчонки, кто не подписан на Инстаграм, проходите, ссылка под видео, подписывайтесь. Я вам делала пост, подборку лучших кремов, по моему мнению, на лето. И там у меня фаворит, там, который сейчас на первом месте, был активный, не активный крем для лица, а гель алоэ. Гиалуроновый гель алоэ. Вот сейчас на жару он мне зашел вообще на раз-два. Вообще не оставляет никакой жирности после себя, не течет в жару. Есть легкая липкость, это опять же, если вы переборщите, если вы на лицо нанесете немножко, никакой липкости не будет, и он очень легкий, действительно увлажняет, потому что даже в жару нашей коже с вами нужно увлажнение, да? Поэтому у меня в фаворитах сейчас на лето на первом месте вот этот вот гель алоэ гиалуроновый. Пользуюсь им с удовольствием. Так же, как и тоником, лосьоном от черных точек 4 в одном. Он тоже такое ощущение, как будто содержит ментол. Смотрите, здесь цена, конечно, дороговатая за 100 мл, но я сейчас добиваюсь, скорее всего, возьму еще себе в запас, потому что
там как будто ментольчик, и в жару вот очень приятно протирать им кожу, очень приятно. Эффект вот этот охлаждения вообще замечательный. Гель пенка очищающий из этой серии тоже хороший. Вот прям серия тоже на лето. Вполне себе. Маска очищающая у меня есть. Крем матирующий тоже есть, но он не сильно матирует. Вот кислородный баланс мне как-то в этом плане нравится гораздо больше. Маски, ну, цена неадекватная за слабенький эффект. А вот эти вообще терпеть не могу. За 99 рублей тем более никогда не возьму. По 20 рублей были бы, и то не взяла, скорее всего. Потому что вот я 3 штуки пробовала отсюда, вот эти верхние причем. И все 3 сделали лицо только хуже. Не знаю почему. Хотя многие их тоже любят. Сеточка для взбивания за 19 рублей. Серия Love у нас с вами, пока нам оно не надо. Ну, кремушки вот эти вот пользуюсь, но эффекта особенного нет. Для ног снять усталости такой легенький, слегка снимает усталость. А для рук больше всего мне понравился саблепих, и вот он действительно омолаживающий, он хотя бы питательный, потому что у меня очень сухая кутикула. Девчонки, что касается праймера для ресниц, который мы тестировали с вами в прошлом видео, что хочу сказать. Я давала ему много шансов, и в принципе эффект есть легкий, но нужно нанести праймер. Знаете, какой эффект? Это заморочиться очень долго, поэтому действительно лучше купить нормальную тушь, хорошую, которая все эти функции будет все содержать, и объемы, удлинения, да, чем разоряться на праймер, еще на тушь, вот это вот все заморочки. В общем, наношу с утра на ресницы плотный слой, хожу, жду, пока подсохнет, делаю свои дела, потом еще наношу слой, хожу, жду, пока подсохнет, а сохнет, ну, минут 10 минимум, да, то и больше. И потом только наношу пару слоев туши. Тогда, да, есть заметное удлинение. Объема точно нет, но заметное удлинение слегка заметное есть. Не вижу смысла так заморачиваться, поэтому, конечно, не рекомендую. Так же, как и эту линейку. Вообще ничего из нее не понравилось. Ну, помадка ничего, а все остальное так себе. Таких денег однозначно не стоит. Палетки, я тебе вам уже говорила, мы брали с вами в теплом оттенке. Мне очень понравилось. Вот до сих пор ей пользуюсь с удовольствием. Насыщенная пигментация, приятная текстура. Палетка класс. Снова новые татуировки у нас появляются, смотрите, но уже с ароматом мур-мур. Мне, кстати, аромат мур-мур нравится, я его брала, стоит. А, но больше на холодное, конечно, время года, летом к нему рука не тянется. Возьмем обязательно с вами вот эти вот татуировочки, попробую. У меня дочь с удовольствием их делает, симпатичные такие кошечки. На лето, кстати, еще флюорет советую попробовать. Такой освежающий аромат. Ну, больше весенний, конечно, но и на лето тоже неплохо. По поводу перевыпуска бальзамов и растирок, многие жалуются, и как бы я ничего тоже положительного не могу сказать, по крайней мере, про универсальный крем с аргинином. Многие писали, что раньше он был очень крутой, выпускала его другая фирма, по-моему, и помогал практически от всех бед. Сейчас ноль, даже от укусов комариных не помогает, ни от чего, абсолютно зуд не снимает, поэтому ноль. Хотела взять вот эту пемзу, но уже купила такую аналогичную нано-пемзу, да, ее не было у нас на складе, но уже купила аналогичную магнит косметик, поэтому брать не буду. У нас с вами тонизирующий крем для ног будет по 109 рублей, буду обязательно запасаться, он действительно снимает усталость, по крайней мере мне. Гладкие пяточки пока без скидки. Кстати, размягчающий крем-компресс, хотела вам про него рассказать, мы с вами его тестировали, да, с девочками кто-то написал про него, так вот рассказываю. Нанесла на ночь, написано, там через полчаса смыть я не стала. Думаю, ну пусть уж эффект будет такой сильный, там 30% мочевины. А ночь, с утра забыла смыть, проходила весь день, думаю, что-то у меня ноги к вечеру зудят. Ну вот чешется в тех местах, где есть натоптыши, да? Почешешь, и прям кожа слазит. Я пошла в ванну, как следует обработала пилочкой, и эффект потрясающий. Поэтому, мне кажется, на полчаса маловато, слабовато он будет. А вот если походить с ним в носочках, а может быть, если есть время там одеть бахилы сверху носочки, да, полежать, то есть распаривающий такой эффект, он будет работать очень круто. Поэтому я его распробовала, мне понравился, пользуюсь с удовольствием. Буду брать средства ежедневной гигиены обязательно. Так, серия Делайн у нас желтые ценники, но мне не нравится, она мне с алоэ нравилась больше. Здесь я пробовала крем после депиляции, и он мне не снимает раздражение после депилятора. А с алоэ снимал. Мы с вами даже сравнивали, я на одну ногу наносила с алоэ, на другую этот, и показывала вам прям эффект. Слабенькая, очень слабенькая серия. Витамания, как всегда, на нее практически всегда цены такие вкусные. Так, из красочек пока мы с вами ничего не берем, мы уже осветлились. Про горячее обертывание ролик вам снимала. Волосы как солома после него. Просто гадость, новинка. Так, а где оно у нас? Вот горячее обертывание. Вообще просто гадость редкостная. Такой соломы у меня не было очень давно. Поэтому тоже не рекомендую, не работает. Так же, как и эта серия для меня абсолютно не работает. Лак склеивает волосы, крем отвратительный. Не работает от слова совсем. Детская серия по желтым ценничкам, будем запасаться. Я ее люблю. И, кстати, если раньше у нас на кошку малину была аллергия, были красные пятна по телу, а мне в тот раз дочь говорит, возьми, мам, попробуем.
Мы попробовали, и в этот раз нет. То есть прошло 2 с лишним года, и больше нет на нее аллергии. Ну, как бы, и слава богу, потому что ей очень нравится этот аромат. Молочковой серии у меня пока в запасе много, но по хорошей цене, скидочка 40% у нас на что будет? На гель подмывания и комплекс для купания. Может, комплекс для купания еще возьму. Ну, и салфетки, конечно, буду брать по 129, кстати, классно. Они, по-моему, по 149 были, если я не ошибаюсь. Так, еда, еда, еда. Буду брать кетчуп провансаль майонез провансаль оливковый, мне он понравился. Буду обязательно брать кетчуп классический, я на него подсела плотничком, он такой вкусный, такого вкусного нигде больше найти не могу. Так, что у нас дальше с вами? Питание БАДы, новинка дрожжи. Кстати, по напиточкам, знаете, что я сейчас пью? Сейчас вам расскажу. Где они? Не имбирный напиток, нет. Сейчас мы с вами найдем. И сейчас, кстати, вот он, фитоконцентрат, классно. Не скажу, что прям от него супер энергия, но он вкусненький, и мне кажется, все равно я как-то пободрее после него. И допиваю сейчас БАДы. У меня еще с прошлой версии остались, в прошлом исполнении, Less Weed Control и гидрайн очищение. Они все работают, я вам уже про них рассказывала. Все работают и в комплексе, и по отдельности, но нужно, конечно, придерживаться правильного питания. Вы с ними не похудеете. Гидрайн поможет просто очистить кишечник мягко. Лазит мне слегка во второй половине дня, если пить, притупляет аппетит, действительно есть. Насчет блокатора калорий и метаб ничего не могу сказать, потому что я их пила. Но эффекта видимого нет. Как мы можем проверить, ускоряет он обмен веществ или нет? Ну, никак. Похудеть на них просто, если вы будете питаться так же, как питались раньше, вы не похудеете. А вот если немножечко как бы придерживаться правильного питания, то будет результат. Однозначно. Потому что я вместе с ними 2 года назад на 20 килограмм похудела, придерживаясь правильного питания. То есть все возможно, все в наших руках. Сейчас тоже, кстати, начну. Наверное, в августе уже начну. Если хотите, присоединяйтесь, будем вместе. Вот баночки у нас такие новые, красивые, кстати. Дуршлаг тоже новый, красивый. У меня такой был, не очень удобно. Вот эти вот силиконовые места, на них быстро образуется налет. Не совсем удобно, особенно когда его складываешь, так хранишь. Поэтому вот такого плана мне не очень нравится посуда. Для дома буду запасаться порошками, но обычными, скорее всего, не Гринли. Вот эти продукты мне вообще не нравятся, только пятновыводитель более-менее. Гель для стирки не понравился, кондиционер тоже. Запахи у них какие-то не очень. Освежители тоже не понравились. Средство для унитаза нормально работает. Гель для мытья посуды вообще отвратительно плохо пенится. Это чисто мое мнение, я вам расскажу, девчонки, всех, конечно, по-разному. Так, вот эти тоже мне не понравились из-за ароматов. Средство для мытья посуды пока 2 штучки в запасе есть, детское обычное. Что мы будем с вами здесь брать? Будем брать обязательно порошочек горной свежести или альпийские луга. По поводу пятновыводителя подумаю, может быть, что-то и возьму. Будем брать с вами кондиционер какой-нибудь, тоже посмотрю, какой. Из чистящих у меня запас большой. Тряпочки по скидкам, да? Ну, они бывают дешевле абсолютно, такие же в масс-маркетах. Тряпочки, поэтому тоже смысла не вижу брать. И здесь у нас будет с вами по хорошим ценам школьная одежда. Школьная одежда по хорошим ценам. Я тоже посмотрю, что дочери нужно. В принципе, у нас все есть, платьишки есть. А так можно посмотреть при покупке 4 вещей. Ну, именно 4. Я вот надеялась, что 2. Нет, надо 4 вещи купить, чтобы у нас работали с вами желтые ценники. То есть именно 4 вещи. Мне кажется, такие платьишки очень удобно в школу носить. Не расстегивать ничего, по-моему, если я не ошибаюсь. Или сзади все-таки пуговицы или молния есть. Одел и пошел. Я брала кофточку вот такую похожую. Фаберлик, только розовенькую. Хорошее качество, все как бы отлично. Для мальчиков много всего. Так, дальше белье. И в конце у нас якобы распродажа. Якобы, девчонки. Сейчас мы ее с вами откроем. Посмотрим, что нам там распродают. Смотрела обзор на вот этот набор. Наборчик классный. Для тех, кто любит путешествовать. Классный, действительно. Мыло. Твердым я не пользуюсь, но мы с вами брали. Мыло очень неплохое. На самом деле, кто любит. Гели для душа по 95. Они и так бывают по такой цене. Суперфуд линейка мне не очень нравится. Эту линейку брать не буду, потому что в этом году на море не еду, едет только дочь. Что тут еще у нас интересно? Ботаника, она и так по таким ценам бывает. Окраска даже, мне кажется, дороже, чем обычно. За 139, 400 мл тоже бывает в каталоге. Как бы супер цен я здесь каких-то не увидела. И Дейсик по 89. Ну какая-то супер цена, он почти всегда по 89. И какая-то не супер цена. Голубой возьму, наверное, на этот раз. Стора до Амора желтые ценники тоже часто бывают. В общем, я здесь супер цен в конце никаких не увидела. За 299 у нас бьюти-кафе, Феста де Вита и променад. Мне не нравится. Мне тут бьюти-кафе только нравится, и то каприз. Ну вот и все, мои хорошие. Вот такой обзор у нас с вами получился. Если остались вопросы, задавайте под видео. Кто не зарегистрирован, ссылка всегда для регистрации под видео. Переходите, получите в следующем каталоге вот такие вот подарочки. 3 масочки для волос. Ой, для волос, для лица. Они такие средненькие, но тем не менее на халяву, как говорится, 3 маски. Здорово. Ссылка всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь, будем общаться. На этой ноте я с вами прощаюсь. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.